прекрати, ты меня позоришь. Да прости, я просто подумала. Да я прикалываюсь. Ты что делаешь? В смысле, мы же... Ты собирался это сейчас бросить меня? Нет, но... Андрей! Да что? Просто опусти вилку! Да почему? Ты не посмеешь. Да я не собирался! Я сказала, опусти вилку! Да почему это я должен ее опустить? Потому что я так сказала! Андрей! Света! Да я б не бросил никогда. Но ты же знаешь, что я тебя люблю. Мы просто играли. Да ну! Просто нужно иметь чувство меры, Андрей. И делать только то, что я говорю. Всегда. Андрей! Да! Ты сделал, что я просила? Да, ладно, как скажешь. Ты чё, оглох? Чего? Вот сюда! Да, да, любимая. Ты ничего не хочешь мне сказать? Хочу. Конечно, хочу. Слушай, ты не представляешь, игра просто бомба, такой турнир. И самое главное, прикинь, уже почти конец игры. Счет 1-1, судья дает дополнительное время. Грубое, грубейшее нарушение, штрафной. Этот пробивает трибуны, орут, он бежит, обходит одного, потом второго, третьего, дает пас Дзюбе, Дзюба помогает себе рукой, но судья, конечно же, этого не видит. Он бьет поворотом, штанга, опасный момент, он бьет опять, перекладина, и тут в прыжке ножницами через себя. А как там, кстати, ужин? Ужин? Слушай, я тут такой рецептик нашла. Просто пушка. Значит, мясо в мясорубочке прокручиваешь, соль, перчик по вкусу, добавляешь туда рисику, ульк, берешь две луковички, кубиком его нарезаешь, все жаришь на растительном масле. На подготовленный лист капусты кладешь одну столовую ложку с горкой, кладешь швом вниз на сковородку и жаришь 20 минут при среднем огне. Уставшая, идешь в душ, просишь благоверного выключить плиту через 5 минут, моешься, возвращаешься обратно, опасный момент... Козлина, пока ты свой футбол смотрел. Я не смотрел, я играл. А, то есть мы теперь тратим деньги на игры? Да нет, она бесплатная. Ну да, да, конечно, рассказывай мне. Ну смотри. FIFA Online 4 – игра совершенно бесплатная. В ней доступны более 600 реальных клубов из более 30 лиг и свыше 17 тысяч реальных игроков. Компания 101XP разместила сервера на территории России, чтобы все пользователи из СНГ смогли наслаждаться игрой без технических проблем. Озвучкой проекта занимались популярные комментаторы Василий Уткин и Дмитрий Шнякин. Жутко рад, дико рад. В игре уже доступно множество режимов, но в самое ближайшее время их станет еще больше. Ты сможешь собрать состав своей мечты и прокачать любимых игроков. Как там ужин? Еще 5 минут, любимая. Давай поторапливайся, Дзюба. Дзюба в смысле чемпион? Дзюба в смысле ты сегодня спать будешь один? Если будет скучно, можешь слать видосики. А ты чем будешь заниматься? Мне есть чем сегодня заняться. Истории про твоего кота, чек! Посмотрите на эту рыжую письку! Значит, эта рыжая морда не пьет воду вот из такой пиалочки. У него, сука, свой собственный фонтан, которым что ты правильно не пользуешься. Плевал я на потраченные 2000 рублей, есть кран! А еще он может не есть еду, знаете почему? Потому что она обветрена. Но со вчерашней пиццей у него проблем не возникает. Я тебя все равно люблю, моя булочка. А ты меня? Вот вам и ответ. Вот. Все вы коты одинаковые. Ну зато ты так классно вписываешься в интерьер. Девки, наконец-то в клуб! Поэтому это лучшая вечера в нашей жизни! Она херачит в шапито. Марис, помоги мне нарисовать брови. Не тряси, я клею ресницы. Вы чё там так долго? Да подожди, у меня тут гусеница. Марис, помоги. Я делаю контуринг. А я не могу открыть лак. Да бля, Марис. Контуринг. Ну, Марис. Контуринг. Мариса. О, спасибо. Да вы чё, с ума сошли? Такси, слушай. Да ещё 5 минут, я что много попрошу создать минут. Всего лишь сейчас пустимся такси. Что не надо меня торопить, потому что я бы всё
я понял, еще 5 минут. Все, девки, я готова, я готова. Я готова, надо ехать, а то начнут без нас. Да блин, я не могу лак открыть. Да дай сюда. Походу, мы уже никуда не едем. Да не ссы ты, ёпта! Я тебе сейчас один приёмчик покажу. Вот это! Блин, опять не выспалась, потому что вчера кто-то так ожрался! Ой, а что за праздник? А, да, ничего, просто я люблю тебя. О, это так мило. И я тебя. Алло, здравствуйте, я сегодня утром вам почку продал. Скажите, а можно оформить возврат? А мандарин почем? 100. Хорошо, хорошо. А яблоки почем? 150. А груши почем? 140. Ты наелся? Угу. Берете? Ой, нет, говно все. Ну как? Нет, не колется. Ну а этот? Не колется. Ну а этот? Колется. Погоди, что там этикетка? А сейчас колется? А теперь не колется. А вот это вот сколько? Дорожку, дорожку. Так сколько? Дорожку! А? Дорогу, ёпту! Андрюш, погоди, сейчас другой размер принесу. Да мне и так не скучно. Андрюш, только вставай на картоночку. Спасибо. На, ты хотел котенка. Мы хотим вернуть варежки. Почему? Мы хотим вернуть шапку. Почему? Мы хотим вернуть кофточку. Почему? Хайдук. Слушайте, девчули, я тут с таким парнем познакомилась. Ну, ой, и я. Я тоже. Так, шататнитесь, я первый рассказываю. Так вот, он военный. А, и мой. Мой тоже военный. Так, моего звать Андрей. И моего Андрей. Моего тоже Андрей. Летчик. Фу, нет, мой танкист, а мой моряк. Фу, о, слава богу. Фу, да. Чернявенький. Да. Родинка на правой булочке. А у моего где-то вот... Так, все, я ему звоню. Я ему звоню. Алло, Андрюш. Алло. Привет, милый, приезжай. Я тут прям вся горю. У тебя температура? Да нет, нет, я прям жажду. Отключили воду? Да нет, я прям вожделею. Господи, выделение! Слышь, солдатик, не тупи. Хат свободна, дам скучает. Буду через 5 минут. Сейчас мы с вами все выясним. Свет! Андрей! Девчонки! Сейчас ты нам все расскажешь. Ага, решил он тут невинных девушек охмурить. Девчонки, вы чего? Еще выберем главное двух самых симпатичных, козлина. Это ты про нас, подруга? Да, это я про нас, подруга. Да никого я не охмурял. А вас не смущает, что вас все зовут Света? Вы живете в одной квартире и похожи, как 2-3 капли воды. Я думала, что вы одна и та же. Просто любите краситься. Ах ты скотина! Как нас можно не различить? Я личность, я индивидуальность. Он заметил, что я покрасилась. Ну все, молись. Нет, стой, стой. Да что ж вы делаете-то, а? Остановитесь. Прекратите это. Ведь насилие – это не выход. Из года в год, сотни лет мы проливаем множество крови. Зря. Зачем? Кому это нужно? Эти войны, убийства. Месячные. Анализы крови. А еще комары сосут. Да, комары. Пора это прекратить. Настало время решать конфликты виртуально. Что? Онлайн. War Thunder. War что?
War Thunder, игра такая! Военный онлайн-экшен. Там есть танки, самолеты, корабли, вертолеты. И можно комбинировать разные типы техники в одном бою. А еще в игре появился самолет с изменяемой стреловидностью крыла. А? Да как-то звучит неубедительно. Да все там убедительно и все как в реальности. Улучшенная графика, обновленные эффекты выстрелов и взрывов, реалистичное небо и достоверные звуки. Развяжите меня скорее, я вам сейчас все покажу. Куда? Сидеть! Показывай. Битвы War Thunder охватывает весь мир и разные эпохи. Сражаться можно в любой точке Земли на машинах прошлого века или современности. А еще совсем недавно было первое большое обновление этого года. Теперь есть ветка южноафриканской техники. Тяжелые танки, стремительные бронемобили и многое другое. Make love, not war, let's play War Thunder. Кстати, игра теперь доступна не только на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, но и на консолях нового поколения. Качайте War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получайте бонусы для легких побед в начале игры. Make love, not war. Let's play War Thunder. Да, Андрюша! Мы забыли. Мы точно что-то забыли. Свет, не каркай, мы 1000 раз все проверили. Ты дверь закрыл? Закрыл. Ключи взял? Утюг! Господи, разворачивайся, мы забыли утюг! И что, теперь все сгорит? Нет, блядь, погладится! Разворачивайся! Паспорта. Мы не взяли паспорта. Свет, ты издеваешься? Мы не выключили газ. У нас электроплита. Ты покормил рыбок? У них интервальное голодание. Ребенок! Чей ребенок? Господи! У нас нет детей, ты мужик в парике. Все, приехали. Мы точно на этот раз ничего не забыли. Пошли? Да. Все вы за***й! Вот и вот! Это проблема! Света, ну ё***й, рот, где пистолеты? На тумбочке в прихожей! Гони! Халид Аргенч. Набахра Чехрэ. Мурья Музырли. Акан Елабык. Саде Тышима Аксой. Нет, неправильно. Сельма Иргейч. Сема Кичит Карабек. И только потом Саде Тышима Аксой. Уважаемые пассажиры, чего? Через 10 станций мы приедем. А, ваши билетики. А вот мы уже и приехали. Бабушка, а когда мы уже приедем? Когда все продадим, тогда и приедем. Вашему вниманию предоставляется акриловый стержень для бесконтактного массажа головного мозга. При покупке от 2 вам идет в подарок песня. Чума пробежа на пустыне на Пакистан. Я опять сделал что-то не так? Не смыл за собой? Храпел? Купил просрочку? Секс был слишком быстрый? Слишком медленный? Это же был секс? Так, стоп! Я не знал, что это твой дорогущий крем для лица. Зато смотри, как блестят ботинки. А-а-а! Меня устраивает твоя маленькая грудь. Я умру с тобой в один день. Я уважаю твою маму. Да не целовался я с твоим братом! Это было искусственное дыхание! Алло, здравствуйте, я хотел бы оформить кредит на машину. Довольно! Да не ношу я твой свитер, потому что он колется! Ладно, у меня есть вторая семья в Брянске. Да, я симулирую оргазм! Можно подумать, ты нет! Ну что ты от меня еще хочешь, что? Я подстриглась, а ты даже не заметил! Сантехник? Нет. Компьютерный мастер? Не-а. Безнадежно больной и медсестра? Нет. Участник несанкционированной акции? Было. А?
Ты Эдвард, а я Белла. Нет. Ты Джейкоб? Нет. А может, не ешь меня, серый волк? Не-а. Так, ты налоговая, а я черный бухгалтер. Что? Какие откаты, какие документы? Вы все равно ничего не докажете. Аэропорт. Ой, наклоняемся. Почта России. Да не знаю я, где ваша посылка. Ищите сами. Шальная императрица, русалка, строгая училка, лучший друг из армии вернулся. Привет. Ну давай, я просто проиграла тебе в карты. А может, постапокалипсис? Чего? Ну, на руинах цивилизации после катаклизма немногим выжившим предстоит безжалостная борьба за ценные ресурсы. Их главным оружием будут бронемобили, собранные из всего, что найдется на пространствах постапокалиптического мира. Да, а меня захватил могущественный синдикат, и не только тебя, а весь город. Хорошо, хорошо, и тебе нужно будет уничтожать врагов среди небоскребов, деловых центров, монорельсовых дорог, чтобы вернуть контроль над мегаполисом. Класс, здесь через минуту. Это что такое? Кроссаут. Кроссаут? Ну ты же сама предложила поиграть в онлайн-экшен Кроссаут. Погоди. Это там, где ты собираешь боевую машину из тысячи деталей и участвуешь в битвах за ресурсы, турнирах, гонках, устраиваешь рейды на боссов и зарабатываешь репутацию у могущественных фракций, чтобы открывать доступ к передовым технологиям. Да. Там появилась Кайдзю. Мощная пушка, разработанная по последним технологиям. Я тебя научу, как побеждать других игроков и прокачивать Battle Pass. А скачать Кроссаут можно бесплатно по ссылке в описании и получить там кибербонусы. Слишком горячее. Немножко холодный. Ну, не настолько же. Вот так. Угу, еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот. Да. Салют, с вами ресторатор. Это Versus Battle. Пошумим, блядь! Бабушка! Бабушка! Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Вот. Плечо сегодня дергает с самого утра. Куда ж такую красоту ставить-то? Я сделал вазу. Какой ты молодец. Поставь к своей картине из макарон. Ага. И есть еще один подарок. Шляпа. Нет. Покажи шляпу. Бабушка, я больше не... Покажи. Я не буду этого делать. Не праздник. Нет. Я завтра помру. Мне осталось лишь снять усталость. Как живой. Бабушка, я тут на работу устроился. Возьми, это тебе подарок. Я не возьму, бабушка, убери. Бабушка, это тебе помочь. Ты себе помоги, убери. Да ты мне пенсию свою отдавала последнюю и вообще воспитывала меня. Бабушка, ну это тебе от чистого сердца, с праздником. С 8 марта. Андрюшка, спасибо. О, бабушка, спасибо, это тебе. Надо тебе что-то дать. Нет, бабушка, что мне ничего не надо. Что я могу тебе дать? Надо что-то тебе дать. Да нет. Надо что-то тебе завернуть с собой. Хочешь суп? Хочешь спать? Может, коньяк? А? Ну, возьми голубя. Покажи шляпу. Нет, бабушка, вот покажи. Это... Покажи. Нет, это был последний покажи раз. Шляпу. Нет. Покажи шляпу. Ты такой талантливый. Как на карнавале? Давай я тебе конфеток на дорожку нет, соберу. Нет, все, бабушка, пока, завтра зайду. Можешь супчику в баночку? Пока. Вот дебил. Бабка уже 5 лет как померла, а он все ходит. Добрый вечер!
вечер. Я приветствую вас на своем канале. На улицах города карантин. И мы с Гришей любим смотреть разные фильмы. Нам это очень нравится. Ну, Гриша, ну ты издеваешься, ну только титры начались. А я тебе... Гриша, давай так же. Ты будешь Джек, а я... А ты айсберг. Сегодня смотрим романтическую комедию. Сама эти сопли смотри, идет. Обожаю романтические комедии. Гриша, ну ты там скоро! Да сейчас я иду! Да тут смотри, какую жесть показывают! Да дашь ты мне спокойно посрать! Гриш, а может это... Так же? Да с ней хоть час прямо. Давай я выберу фильм, а ты еду. А давай завтра наоборот. Я еду, а ты фильм. Биологические следы убийцы были отправлены на экспертизу. Чем тебе вчера рыба не нравилась? Гриш, а ты бы умер за меня? Легче умереть, чем с тобой жить. Когда я был маленький, я был очень богат. Катя, вот тебе 4 листика, я хочу машину. Курс клёна к тополю упал, принимаем каштанами. Тогда держите газоблок. Я разбирался в теневой экономике. Ну какой ты молодец, все съел. Жизнь била ключом. Каждый день мог стать последним. А ночь была полна магии. Алло, да, дорогой, да. Привет, нам надо поговорить. Ты согласен сделать вазэктомию? Нет, ты слишком неадекватная. В смысле, я неадекватная? Это что за выступления такие? В смысле, я не... Привет, ты пропадаешь. Сейчас к окошку подойду. А сейчас, сейчас слышно? Нет. Странно, у меня 4 палки. Сейчас ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Сейчас, подожди, я в лифте. Сейчас. А сейчас слышно? Да, вот теперь слышно. В смысле, я неадекватная? Итак, записываем. Классная работа. Изложение. Сергей Радонежский. Сергей Радонежский. Толкачев, каких композиторов-то ты знаешь? Крок. Баранова, убери сейчас же телефон. Мария Степановна, это для подписчиков. Так, родителей в школу. Мам, тебя вызывают в школу. Скажи, что я на работе. Толкачев, ну фигуры ты хоть какие геометрические знаешь? Крок. Молодец, молодец, Хитров. Всегда внимательно слушай. Пятый элемент таблицы Менделеева. Круг. В четверти у тебя будет круг. Так, не дрожь. Это Новый год. И это тоже. И это. И это тоже на Новый год. Свет, ты что такое? Ты же хотела айфон. Я хотела 12-й Pro Max. Буду теперь как лохушка с 11-м ходить. Да ты мне вообще кружку подарила. Классная кружка. Я скорпион. Сейчас быстро пишем желание, сжигаем и кидаем в бокал. Ага. С праздником, дорогие. Ты успела? То, что он олицетворяет собой. Куда ты разогнался? Это на Рождество. Завтра хоть на работу. Подальше от дивана и еды. Ага, у тебя дистанционка, забыл? Помогите! Женщина, ребенка своего успокойте. Андрюша, у кино тихо, надо сидеть. Капитан Роджерс. Сосиска. Thank you.
я голубь! Голубь, блядь, заткнись, сука! Андрюша? Да ёбаный пердон! Дэвид, тебе это не понравится? Но... Сейчас здесь доснимем, потом на короля льва пойдем. А я рада, что у этих людей... Андрей! Что? Я хочу чаю! Держи! Не хочу чаю! Стой, не уходи! Ну что ты тупишь? Обними меня! Я что так долго прошу? Стой, нет, не подходи! Ты меня бесишь! Да, Свет! Молчи! Ну что ты молчишь? Ларис, Ларисочка, что скажешь? Контрабас! Контрабасина! Бабушка, ну ты чё трубку не берёшь? Ой, ой, передача такая интересная, я не слышала. А я... Стой! Да бабушка! Андрюш, чай будешь? Да, бабушка, спасибо. Сейчас что, масленица? Хуясница. Бабушка, а к чаю что-нибудь есть? Ты поел? Да. Уходи. Может, тебе продуктов? Нет. Может, тебе в аптеку? Нет. Тогда? Может, маме? Нет. А может, нет. Так... Нет. Нет. Ну, я пошел тогда. Иди. Он ушел. Он ушел! Я телефон забыл. Боже, какая чудесная погода! Ой, вправду! Сухая осень, бабье лето, просто... Так о чем мы говорили? О погоде. Ожидается повышенная влажность. Кажется, дождь начинается. Привет, бэйби. Чё? Ты на вкус как сладкая конфетка. Карамелька! Everybody, у нас все будет в шоколаде. Меркурий наш не в ретрограде. Фундук, фундук, изюм и арбуз. Арбуз, томат, кукуруз. Француз, кокос, вишенки. Everybody, у нас все будет в шоколаде. Нет, только не трогай мои кристаллы. Не рушь мой дом. Не трогай мой дом. Что с ума сошел? Выключай, раз играть не можешь! Бабушка там... Выключай! Сколько родители разрешили у день играть? 15 минут. А ты сколько играл? 3 дня. Иди отдыхай. Майнкрафт, моя жизнь! Тарзан избил королеву. Батюшки... Бабушка, ну смотри, это я построил домик для Пыка-Пыка. Какого Пыка-Пыка? Пыкачу. А это я построил домик для полицейских. А это кто? А это... Су!
сука, которая мой домик удалила! Вот ты играешься со своих чертей, потом сниться тебе будут! Не будут! Так, Соловьев к барьеру. Ты же просто ничтожество. Ты ничто. Ты пирожок с ничем. Ты моя самая любимая подруга. Я тебя так люблю. А я тебя люблю больше. Систерс на форево. Форево! Я первая увидела. Я первая заметила. Файт! Мы выкидываем сервант. Да, нет, за ним обои не поклеены. Да, бабушка, ну... Я за ним 10 лет в очереди стояла. Бабушка, ну я... Нет, весь подъезд ходил на него, смотрел. Нет. Да все уже переехали. Не все, Андрюш. Вот Нюрку сбил доставщик еды, и она сломала шейку бедра. Бабушка, вот зачем тебе черствый пряник? Положь назад, я этим пряником немца убила. А сломанная кофемолка? Починим. А чайный сервиз? Красивый. Опять чайных сервизов? Это тебе на свадьбу. Да я уже два раза развелся. А потому и развелся. А шахматы? На них сервант держится. Зачем ты все это копишь? Ну а вдруг пригодится? Но сервант мы выкинем. Обойдешься. Андрей! Что? У нас полка в шкафу сломалась. Ща! Через ща! Иди почини! О, какой классный цвет! Пойду накрашусь. Андрей! Да сейчас унитаз в Симсе починю и иду. А ты не хочешь у нас дома унитаз починить? Ой, смотри, а что это? Серьезно? Вот ты думаешь, что я на это... Андрей, тебе... Света! Я реально как в джунглях. Пальмы, кокосы. Вот тебе не кажется, что ты сейчас делаешь что-то не то? Слушай, точно. Нужно было выбирать Саб-Зиру. Уже со своими играми шкаф починить не можешь? Ну почему же не могу? Могу. Андрей, ты починил шкаф? Да. Андрюса. Что? А принеси кетчук. Блин, Саш, пойди возьми сам. Как ты меня назвал? В смысле, Света? Света, это коллега по работе. Это не то, что ты думаешь. Это просто приятель. Света, фу! Света, прекрати, Света, полоса! Ну что, козлодой? Сейчас мы будем звонить всем Сашам, пока не найдем эту шлюху. Алло, Саша? Да. Шлюха! Автосервис. Я тебе волосы все повыдергиваю, шмара. Сынок. Пацана! Всегда хотела это сделать. Кто такая Саша? А, это коллега по работе! Звони. Здорово, бро! Братела, здорово! Ну, простите. Че, завтра все в силе? Не, ну заскакивай вечерком, ёба, пивка попить. Забуду имя, любимое мое, твое имя. Здравствуйте, девушки! Сегодня я вам расскажу про свой идеальный день. Маншари Боржо, не соизволите ли отведать яств заморских? Рябушки, душечка моя. Мерси.
Ты что, застрелил рябчика в нашем саду для меня? Да, блядь. Как говорила Марина Погребняк, речь определяет нашу жизнь. Да. Да не собираемся мы менять провайдеров, за уже. Простите великодушно, без попутал, не иначе. В ваших случаях более не нуждаемся. Доброго дня, любезнейший. В чем секрет, спросите вы? Я просто нашла его заначку. Любовь мою, это право бесчеловечное. Грегори, помоги надеть вечерний туалет! На пошла, я нашел заначку. А кто ты на девичнике? Надеваем все колпачки, берем в ручки шарики, а вот и каждый по конфетке. Ой, у меня еда была вкуснее. Стриптизер был докачанней. Подруги были красивее. Кальян-кальяннее. Я была пьянее. Девки! По-моему, тебе пора уходить. Я никуда не уйду, я сказала! Охрану, убейте его нахуй! Девки, ну вы где были, а? Ну я вас уже обыскалась. Я Валерия обещала следить за тобой. Валера сказал следить за тобой. Я слежу за тобой. Надимку, я Валерке вообще ничего не расскажу. Добрый вечер! Я приветствую вас на своем канале. И сегодня, дорогие девочки, я вам расскажу, как сделать своего мужчину чуточку привлекательнее. Себя чего не сделала? Итак, румянец. Его нужно наносить специальными румянами, но если ваш мужчина любит сболтнуть лишнего, то и это подойдет. Волосы. Волосы у мужчины, это, конечно, хорошо. Но не во всех местах. Некоторые нужно удалять. Чё, блядь, ты ё... Дорогой, ты где? А ну-ка, вылазь, мой пушистый зверь. Я все равно тебя найду. Я чувствую твой страх, сука. Ну ладно. Хорошо. Используем приманку. Опа, Несса. А чё ты молчишь? Это ж пиво здесь, нахуй. Да. Ой, благодать. А теперь приведем наши ноготочки в порядок. Начнем с любимых ножек. Всё хорошее. Иди, блядь, алкосня! Ай, блядь, всё так, заебло оно. Гриша, ещё руки! Девочки, не всем подходит данный метод, но я знаю один стопроцентный вариант. Вот так из мужа можно сделать красавчик. Тише, тише. Не снимай. Каждый из нас на что-то копит. Кто-то копит на машину. О, боже! Какая красотка! Ничего себе! Кто-то копит на гитару. В твоих руках дыханием ветра. Кто-то на свадьбу. Я согласен. Кто-то на воздуходувку пылесос. А у кого-то уже накопилось. Рисовать попробую. И мы с вами все копим, и копим, и копим. До тех пор, пока что-то пойдет не так. Поэтому я коплю гигабайты. Новая услуга от Мегафон «Копилка» в тарифе без переплат позволяет копить гигабайты, которые не сгорают. Теперь я буду их использовать как захочу. Да, Фелиция? Бабушка, мы скоро поедем? Скоро, скоро, сейчас уже. Бабушка, а когда мы поедем? Сейчас, прямо вот сейчас уже. Run. Дети! Мое!
проезд оплачивай. А нам не надо, у меня пенсионная, у него инвалидная. Коза, база, база. Женщина, передайте, пожалуйста, от того. Да, конечно, давай. Женщина, ваш внук меня пихает. Тебе и так уже напихали, сиди. Пихалка! Бабушка, смотри, собачка! А как собачка делает? Аф, аф! Молодец! Бабушка, смотри, тетенька! А тетенька как делает? Ах, ах! И упасть ему чеснок засовывает. Женщина, покиньте транспортное средство! Андрюша! Блин! Вы че, охуели, что ли? 50 секунд тебе не жить! Бабушка, я хочу гребсти. Ты будешь гребсти. Я буду гребсти. Ты будешь гребсти. Я уже взрослый. Ты взрослый мужчина. Я мужчина. Я буду гребсти. Ты будешь гребсти. Я буду гребсти. Да-да-да-да-да-да. А-да-да-да. Тихо. Бабушка, а куда мы плывем? В магазин. С замятными пряниками? Я колбасой, Андрюша. Бабушка, а почему тебя комарики не кусают, а меня кусают? Потому что ты мою порцию выпил. Бабушка, это кто? А это русалки. Они зазывают таких мальчиков, которые кричат и не дают бабушкам ехать в магазин за колбасой по скидке. Бабушка, а где магазин? Вот тебе и магазин. Скажи спасибо норильскому никелю. Затаскивай ее в салон. Уху неделю будем есть. Две. Задолбала, сраная работа, скорее бы домой. Задолбала, сраная изоляция, скорее бы на работу. Сраная работа, скорее бы на пенсию. Так, Писяш, мне нужна стратегия, выход с карантина. Давай, Свет, вставай. Угу. Ну ты можешь расслабиться и быть собой. Полиция, а я гуляю где хочу. Вы меня не оштрафуете. Слышь, ты что, охренела? А что ты тут делаешь? Самоизоляцию отменили, штрафов не будет! Ура! Здравствуйте, присаживайтесь. В поисках совершенства. Идем голову мыть. Не надо! За 250 рублей я ему вчера голову помыла. Драматическое сочетание пурпурного с черным эффектом. Бабушка, у меня носик чешет. Почеши ему нос. Я не буду чесать. За 250 рублей не будешь чесать? Чеши меня, мразь! Пенку надо? Да. А это платно? Нет. Ну тогда нам вот сюда еще. Еще пакет глубокий. Только не виски. В макушке они не туда растут. Вот затылок вообще не трогай. Все, готово. Круто! Я теперь Ильич! My dick is big, my dick is big. Свет, все в порядке? Свет, ну ты что, обиделась, что ли? Говно! Свет. Говнище! Говнецо! Говнина! Говёх! Говнилыч! Говно Иванович! Говнарь! Говновоз! Говнюк! Говномёт! Говночист! Говноед! Говножуй! Грязюка! Света. Дерьмо! Дерьможуй! Дерьмоед! Дерьмище! Дерьмократ! Дерьмодемон! Дерьма! Кусок какаха!
Цвет, набор, скал, калища, фекалевые массы, экскременты, грязь, помет, грязюка, испражнения, нечистоты, удобрения, компост, капролит, стул, гуано. Говна кусок! Свет, ну ты чего обиделась? Нет! Что нас ждет впереди? На ковре-самолете мы в волшебном полете, сердце рвется из груди. Волшебный мир, в нем столько красок и цветов, пусть в тишине. Свали нахрен с комнаты! Андрюш, ну не кричи ты так на... Да не трогай ты меня! Вот не будет меня, будешь вспоминать мои пирожки. Да! Baby, no entiendes, tú estás cambiando y no lo soporto. Mi corazón no puede tomar este... Бабушка, я хочу твоих пирожочков! Конечно, конечно, Андрюш, садись ко мне на коленочки. Не открывается! Ой, не открывается! Что это не открывается, да? Что это не открывается? А, любимый, поехали. Baby, no entiendes, tú estás cambiando. Салют, с вами ресторатор, это Versus Battle. Пошумим, блять! Ты опять... Я тебе сказала, не смотри на матершинников. Говорила или нет? Марш в комнату! Хрень, так еще орёт, как девка мне. Я тоже хочу! Ну, сделала тест, одна полоска. И слава богу, слушай, второго такого дебила не потянул. Я ухожу! И мусор захвати. Вещи поможешь собрать? Сам все соберу! Юникорн, бибизика, печеньки! Мама, а где носочки Супермена? На верхней полке. Носочки Супермена? Я ухожу! Я пошел! Я ухожу! Я ушел! Ты ушел? Да. А кто это там говорит? Никто. Ой, как хорошо, что Андрюша ушел. У меня здесь орешки со сгущеночкой. Ладно, завтра пойду. А что не сегодня? На улице темно. Опасно? Да, опасно. Ща она уснет, и я к тебе спущусь по балкону. Мама, не мешай, пожалуйста. Все, все, а что я? Нет, нет, не мешай, не мешай, не мешай, не мешай. Не мешай, я тебе не мешаю. Ну, короче, что с собой взять? Я думаю, я обязательно возьму. О, у меня сахар 19. Он говорит, полезай в кузов. Так я не могу. У меня воспаление 12-перстной кишки и слабый мочевой. Андрей! А? О чем задумался? Ой, это да, так. Ты поел? 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 Я тебе перезвоню. Андрей! А, да, я поел. Где ты поел? У этой старой шлюхи? И вкусно тебе там было? Вкусно тебе там было? Вкусно? Мам, ты идешь спать? Да. Ах, эти глаза, ах, эти губы, ох, они меня... Ну, я говорю, Кристо, ты куда? Здравствуйте! Улица Юдых Ленинца в 43. А можно подключиться к вашему блюпупцу? Ебаный в рот, нахуй! Стой, стой, стой! Я тебя убираюсь, ебало! Гриш, ты какой-то агрессивный. Ш...
Сэп, у ларька там тормозни. Пиво надо взять. Ой, пиво забыли Грише купить. Остановите, надо сходить за пивом. Не дал? Моя. Давай быстрее. Сейчас, ну сигаретку покурю. Молодой человек, у нас пиво не пьют. Ёбишь твою мать. Гриша! Ну ты чего? Закрой окно, холодно. Я уже кашлять начинаю. Так, а можно мне не делать, пожалуйста, замечаний? Я заказала услугу, я хочу получить обслуживание. Хочу... Гриша, я потребитель. Я должна защищать свои права. Я ненавижу его, но люблю. У вас наличие. Нет, нет, у нас по карточке. Нет, все, Гриш, пошли. У вас... Куда? По карточке? Куда? По карточке. Ой, простите, чтоб забыла. Мама, у меня скоро день рождения. А что ты мне подаришь? Ты уже приготовила мне подарок. А что там? Это собака. Собака? Собака. Собака. Хочу, 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 хочу. Собаку, собаку, собаку. Собака. Ну ты же подаришь мне собаку. Нет. Собака! 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 Собак, смотри! Мама, а как мы его назовем? Укупник. Укупник, укупник! Прекрати мучить собаку! Мама, я его для силую, он должен быть смелый! Смотри, укупник Лялечка! Укупник! Аборт! Мама, он... Что на этот раз? Насрал. Или ты идешь гулять с собакой, или мы его отдаем. Я пошел. Фу, мама, он в чем-то обвалялся. А еще он кое-что нашел на помойке. Что? Вот это. Ну как дела в школе? Ой, мам, 7 уроков было. Еще и на дополнительные оставили. Ну иди отдыхай, иди. Да, Ольга Семеновна, Андрея не было в школе. Да у него ротавирус. Ворвало всю ночь. Ему так плохо. Мама, Семёна! Семёна! Где ты был, тварь? И позавчера не было. А сейчас я его буду лечить. Где ты был? Так точно отцу расскажу. Мама! Но ему уже легче. Завтра он уже будет в школе. Мамочка, пожалуйста, только не рассказывай. Иди делай уроки. Иди! Представляешь, если биссектрису поделить... Заткнись и делай уроки! А пацаны, кстати, говорят, что ты самая красивая мама на районе. Тихо! О, папа идет. Как школа? Все отлично. Мамочка, я так тебя люблю. Ой, заткнись! Мам, а я... Денег не дам. Ну вы же работаете, вы что, не зарабатываете? Вот ты иди и заработай. А вот и пойду. Так не ори, отец спит. Вот и пойду. Вот и пойди. И пойду. Вот и иди. Иду. Иди. Иду. У нас весь курс идет на права сдавать. Сколько? Всего 60. Всего? А давай шубу твою старую продадим, а? Почки свои продай. А давай собаку продадим. Совсем сдвинулся. Да она все равно старая, скоро умрет. За хлебом сходи. Сама сходи. Вот и схожу. Тише, папа, вот и схожу. Подпишись на аккаунт Dream Bloggers, на всех его спонсоров в разделе подписка и выиграй денежный приз. Знаю я эти конкурсы, лохотрон. Ой, вот и не участвуй. А вот ты участвуй. А вот я и буду. Вот и участвуй. Ты участвуй. А вы заткнетесь или нет? 15. Мама! А? Смотри, что я нарисовал. Что? Где ты это увидел? Дядя Володя показал! Что? Алло, Володя, ты чё оху... Ты чё племяннику показываешь? Лиль, он сам попросил. Мама, а ты повесишь это на холодильник? Дай сюда. Чтобы все видели. Я не нарисовал. Дай сюда. Но я не нарисовал! Дима, ты видел, что он нарисовал? Нормально! Ну дай нарисовать! Это называется... Дай нарисовать! Это слон! Ой, господи, конёнок! Да. О, алло, Володя, слушай, прости.
пожалуйста. Ну вот. Сама в зоопарк води. А я еще один рисунок нарисовал. Какой? Смотри, человек голосует, давай подвезем. Да он пьяный, ну ты что, не видишь? Ну, какой он пьяный, ему плохо. Ну, нет, мам, давай не будем. Ну, людям надо помогать или нет? Как я тебя воспитывала? Тормози. Люди спят давно, ночь хороша. Где-то... Воля, бля. Бля, когда мы ему кипяток вынесли, бля, он вообще обоссался. Прикинь. Малой, накатишь? Нет, спасибо. Мусора на хвосте. Эти шмат, блядь, ору. Ему скидывай волыну, он да поеба. Сеструха твоя? Мама. Сука, и сука, еще вывал. Мам, давай его выкинем, а? Ты че, а если он проснется? Да нахрен мы его брали. Ты кто? Андрюша. Возле магазина тормозни. Че хотите, возьмите, я поссать схожу. Стартуй! Может, вернемся, сын? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мам, я хочу съехать. Ну, повзрослеешь и съедешь. Да? Да. Привет, как тебя зовут? Катя, покажи мне свою А кто включил компьютер? Мама, можно я поработаю? Я вообще-то занят. Я не буду этого делать. Я не буду. Происходит. Мама, я Кате фотографию делаю. Ну не так же, ну не так. Какой хорошенький, глянь. Ну-ка улыбнись, давай, улыбнись, давай, улыбнись. Да что это тут происходит? Мама, у меня свидание. С сегодняшнего дня я решил, что буду спать отдельно. Это шутка! Кэт, шесть, семь, восемь! Белая ночь обнудилась, как облако! Мам, ты чего? Извините, у меня свой онлайн по танцам, закрой дверь! Чего? Мама, я не буду этого делать! 500 рублей! Я не буду больше этого делать! Андрей, 1000! Эй, приятель, посмотри на меня. Делай, как я, делай, как я. Эй, посмотри. 3000. Еще. Ой, бля. Мама, что такое? Сына грелку. Сейчас, сейчас. У нас 1000000 просмотров. Че пишет? Какие-то уроды. Куда им деньги на лечение скидывать? Белая береза под моим окном принакрылась снегом, словно... Серебром, серебром, кусок дебило! Притаилась снегом, словно... Говном. Говно у тебя в голове! Учи давай! Тупая училка такие сложные стихи задает. Мамочка, я жрать хочу. Не жрать, не срать, пока не выучишь. Я так сдохну! Не сдохнешь, пока не выучишь. Дурацкий этот конкурс чтецов. Ну давай заново. Ну, давай. Принакрылась снегом, словно... Ёбаный Есенин. Ага. Чё? Мам, у меня здесь чешется. Задница у тебя не чешется? Мам, ну прям высыпала. Господи, покажи. Ой, мамочка, чешется не могу. Не чеши! Ай, сипит, подуй, 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 сильней. Ай, сипит, сипит, дуй, дуй, сильней, дуй, сильнее, дуй, 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 сипит! Потому что не надо с малышами в песочнице играть, а со сверстниками. Ну не хотят мальчишки со мной играть. Почему это? Ну я их зову, они не идут. Ну а как ты их зовешь? Эй, мальчишки! Не чеши! Ну как это открывается? Не трогай зубами, ты что? Сейчас за ножом.
что теперь я могу делать? Мам, дай таблетку, зуб болит. В сумке возьми. Ага. Ну, вроде полегчало. Что у тебя в институте? Вроде полегчало. Что у тебя в институте? Вроде полегчало. Ты что выпил, придурок? Это же бабушкин кайф анакривин! Мама! Я спелая вишня! Ешь меня, Ростислав, только косточку выплюни. Ой, что делать, когда накрыло? Выпить лимонного сока? Ну что, отпустила? Ага. Что случилось? Понятно. Все кончено. Ой, другую себе найдешь. Да мне не нужна другая. Это что такое? Мама, ты что не видишь? Я страдаю. Да я тебя, тварь, убью сейчас. Страдай-то. Да ты хоть раз любила? Да что ты ставишь о любви? Нина! Ниночка! Алло, Нина. Алло. Я слежу за тобой. Выйдешь из дома, тебе пи***да. Что ты смотришь, чего ты ждешь? Подойди, все поймешь. Что ты смотришь, чего ты ждешь? Подойди, все поймешь. Сколько можно это слушать? Под эту песню мы впервые поцеловались. Ну ты как? Нормально. Переживем. Смотри, что я нашла. Что это? Ну, это твоя соска. Какой ты маленький был, хорошенький. Аки, аки, аки. Ты развивался всегда быстрее всех. И головку рано начал держать. Ой, 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 ой. Уже в 7 месяцев уже пошел. Ой, какой ты был подвижный. Как мы тебя от соски отучали. А что я первое сказал, мама или папа? Дед, слушай. Пидец. Нет, все-таки ребенок это счастье. Ну что ты кушать хочешь? Да я пи***, как жрать хочу. Пойдем пожрем. Пойдем. Что случилось? Телеграм заблокировали! И правильно сделали. Ты о безопасности подумал? Вот там все террористы вот и сидят. Ой, можно подумать, все мои друзья террористы! Анонисты! Сегодня ты сидишь в Телеграм, а завтра в лифте срать начнешь. А ты понимаешь, что власти теперь смогут читать наши переписки? Да что там читать-то, как твой Сереж тебе письки шлет? Ой... Ты что читала мои переписки? Что там читать? Там смотреть надо. У тебя что, Аська установлена? Да, я современная женщина. Вот у меня секретов нет. Мама, ты продаешь призывникам бабушкину мочу. Так отнеси бабушке попить. Ты машину хочешь? Теперь я понимаю, что такое золотой дождь. Доброе утро, мама! Господи, разбил что ли что-то? Нет, влюбился! Ее зовут Катя, она прекрасна! Я пошел! Куда? В институт за знаниями! Весна пришла! Мама, это кто? Военкомат. Господи, за что? За родину! Год жизни в сраку! Да у тебя вся жизнь в сраку! Не служил ни мужик! Не рожала, не баба! Давай купим военный билет. У нас нет таких денег. Вот так и пойдешь в военкомат? Нет, мама, я так не пойду. Твоя жизнь, твое решение. Да может, есть какой-то другой выход?
Другую сломаем. Тут Ольга Семеновна просит денег за 5 занятий вперед. Но она говорит, если не можем, то не надо. Там у мужа операция, она подождет, говорит. Какая операция? Там что-то связано с простатой. Я ей позвоню, скажу, что мы не... Неси! Ты что? Да? Ой, господи, не дай бог. Как Ольга Семеновна, как русский? Ой, мам, потрясающий. Проходили, подержи. Я не сдам математику. А что делать? Ну, я нашел классные курсы, у нас все ребята туда ходят. Дашь денег? Ну, куда ж я денусь? Дам, конечно. Ну, как математика? Сложно, конечно, но я стараюсь. Молодец. Спасибо. Гребаный дискриминант! Я говорю, с дискриминантом все никак разобраться не могу. Английский тоже не сдам. Деньги нужны. Угу. Андрюш, ты готовишься? Да, да. Ольга Семеновна, ну как там муж, как простата? Какая простата? Операция на простату, да? Не сдашь ЕГЭ? Я тебе в жопу засуну этот гироскутер! Что случилось? Ничего. Так рассказывай. Нет. Рассказывай, говорю! Сколько их было человек? Много. Сколько много? Один. А второй смотрел. Они обзывали тебя? Да. Как? Влажный. А почему влажный? Если бы я только знал. Так сейчас выйдешь и дашь сдачи. Бей. Придурок. Подушку бей. Бей как мужик. Бей. Да. Да. Если драка неизбежна, бей первым. Вот тебе телефон. Как это? Позвонишь мне. Хорошо. Почему ты не позвонил? Где телефон? Отняли? Да. Я им сейчас позвоню. Нет. Так отвали. Не берут. Позвони мне, позвони. Твари, а? А ты перезвони. Угу. Сына, что с тобой? Как я за***бался. Плохо ему! А кому сейчас хорошо? Да вся жизнь еще впереди. Институт, работа, пьянство и смерть. Придется по старинке. Собака! Тварь! Не помогает. Нельзя держать все в себе. Хочешь плакать? Вот плачь. Арт-терапия. Сдохнем мы, сдохнем. А однажды на Андрюшу напали мураши. Спасибо тебе большое. Да, что-то я загрузился. Все, спокойной ночи, мам. Давай. Мам, а что такое шлюха? Ты где услышал это слово? Ребята так Машу на площадке называли. Это очень страшное слово. А что оно обозначает? Ну что девочка страшненькая. Симона шлюха! Симона шлюха! Симона шлюха! Шлюха! Симона шлюха! 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 Андрей! Нельзя так называть кошку. Ну она же страшная. Да, Ольга Семеновна, не очень вас постригли. Вы такая шлюха. Прям шлюх-шлюха. Что? А ты вот все время говоришь, если я буду плохо себя вести, меня заберет страшный дядя. Да. Шлюха-дядя? Стоп, я тебе все неправильно объяснила. Шлюха – это тетенька, которая спит с разными дяденьками. Так это у нее нет своей кроватки. Угу. Мама, давай к нам шлюх позовем. Пусть с нами спит. Всегда. Мам, а что такое шлюха? Ты где услышал это слово? Ребята так Машу на площадке называли. Это очень страшное слово. А что оно обозначает? Ну что девочка страшненькая. Симона шлюха! Симона шлюха! Симона шлюха! 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 Андрей! Нельзя так называть кошку. Ну она же страшная. Да, Ольга Семеновна, не очень вас постригли. Вы такая шлюха. Прям шлюх-шлюха. Что? А ты вот все время говоришь, если я буду плохо себя вести, меня заберет страшный дядя. Да. Шлюха-дядя? Стоп, я тебе все неправильно объяснила. Шлюха – это тетенька, которая спит с разными дяденьками. Так это у нее нет своей кроватки. Угу.
Мама, давай к нам шлюх позовем. Пусть с нами спит. Всегда. Ой, ну все-таки какой ты у меня красивая. Ой, а ножки какие. А попочка. Надо было тебя на балет отдать. Так а чё ж не отдала? Мама, есть тоналка? Зачем? Ебать, как чернослив. Андрей, ну ты скоро? Мама, можно я душ приму? Вообще, что с отношением? Мы в свободной стране живем. Мне кажется, ты стал слишком самовлюбленным. Нет! Тебе напомнить тот случай? Господи, какой ты охуенный! Ай, ну ты будь поаккуратнее, чего у тебя руки с жопы растут? Как ты со мной разговариваешь? Друзья твои все виноваты! Нет, мам, знаешь, кто виноват? А эта девочка Маша, она мне нравится. Ты какая жирная, не приближайся к ней, она тебя сожрет. Плюнь в нее! Еще плюнь! Плюй! Много плюй! Еще! Так не балуйся, стой здесь! Так а сколько это стоит? Девушка, а сколько стоит вот это? Мама! 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 Мама, а ты не хочешь купить себе самокат? Так отнеси на место. Ну, мам! На место отнеси. Нет. Купи мне самокат! Ну, купи, купи, купи! Ну, купи! Мам, я в туалет хочу. Так терпи. Ну, мам! Мама, я сейчас обкакаюсь. Так, Андрей! Андрей! Та-дам! Так стой рядом, никуда не уходи. Уйдешь, убью. Ну, мам, сама сходи. Ну, вот какой пример ты будешь показывать своему братику, а? Я не хочу братика. А кто у нас такой сладкий? Мама, я есть хочу. Ну, иди и положи себе. Че, без руки, что ли? Только он жил. Скройся, нахер. Я пойду искупаюсь, подержи его. Аккуратно держи. Хорошо. Че, уснул? Да. Так я на молочку попробую его уложить. Спой что-нибудь. Ты что делаешь? Ему жарко. Ой, ну подержи, не могу больше. Ты видишь, как он тебя любит? Ты же брат его старший. Всем привет! Меня зовут Андрей Делон, и вы на моем канале. Сегодня мы с вами поговорим о первом сексе. Чего? Да какой первый секс? Ты только с котом ты и целовался, придурок. Самый часто задаваемый вопрос, какими предохранителями я пользуюсь? Вот этими, ультратонкие. Но если у вас нет денег, можно использовать подручные средства. Например, полиэтиленовый пакетик. Андрей, я тебе сколько раз говорила, не брать пакеты для пакетов из пакетов. Ну а если нет и этого, то можно использовать скотч. Сейчас я вам покажу, как его наматывать. Твоя сумка такая тупая, что хочется выстрелить. Ставьте лайки, пишите комментарии. Продолжим. Послушай мой совет, формате МП3. Ёб твою мать. Андрей? Употребляли наркотики? А ты что, с ума сошла? А алкоголь? Нет, это пацаны пили, а я говорил, не надо, мальчики, не надо, не пейте. А вот это кто написал? Это Саша. Гудков? Я тебе сколько раз говорила с ним не общаться. Ты забыл, как он насрал в скворечник и тебе подарил? Так это был не воробушек. Это был питон.
Завтра первая алгебра, не опаздывай. Хорошо, Ольга Семеновна, до свидания. Я ухожу сегодня в ночную. С тобой посидит тетя Марина. Нет, мам, только не тетя Марина. Она хорошая, умная женщина. Тонкий, интеллигентный человек. Тетя Марина, покажите сиськи. Андрюша. Ну, последний раз. Андрюша, мать заругает. А я вам бутылку дам. Зараза, а. А ты знаешь, что ты по пьянке деланный? Секунда. Андрюша, музыку. О, хорошо. Прям кармические узлы все развязались. Альпийские луга. Хорошо, как в Швейцарии. Сисечная закрывается. Марш спать. Ну, тетя Марина, еще 5 минут. Сейчас как у табуретом. А сказку? А ты приготовил вещи? Какие вещи? Завтра 1 сентября. Так, нурофен, если будут бить больно. Стоп-диар, если будет страшно. Терафлю, если будет... если будут отбирать деньги. Холодненькие. Сухие салфетки, если будут в тебя плевать. Влажные, если будут плевать... Если будут отзывать. Игнорирую. Если будут бить. Притворюсь мертвым. Если затолкают в женский туалет. Есть прокладка. Я горжусь тобой, сынок. Если Михайлов будет обзываться. Да что ты лезешь ко мне, что ты хочешь? Да почему, отстаньте от меня, что я тебе сделала? Молодец. Если тебя вызовет классуха, а ты не готов? Как зайдешь в класс? Не бейте, лучше обоссыте. Нет, это когда пойдешь в армию. Вечер в хату. Да. Теперь я готов. Держитесь, суки. Когда жрать? А ты что-нибудь принес? Ты хоть копейку заработал в этом году? Да ты только жрешь и срешь в этом доме. А тебе вообще никакой отдачи я. Вот уже вы мне где. Дармоеды. Лепестки роз. Лепестьон попестьон. Голубая лагуна. Лепитахсьон гарсон. Купите мне айфон. Ацасьон за телефон. Немецкий. Яблоко. А! Добро пожаловать. Дахте, не дахте, трахте! Пойдемте погуляем. А пойдемте. Здравствуйте. Пошли нахуй. Погуляли. А можно я погуляю с друзьями? А уборка дома? Порядок во всем должен быть порядок? Порядок во всем должен быть порядок? Да ты, сука, только ломать все умеешь! Да мама, блин! Так, сынок, настал момент определиться. Я мужчина! Я не про это. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Космонавтом? Нет. Полицейским? Нет. Спасателем? Нет. А кем? Рэпером. У меня горит задний габарит. Я передумал. Я хочу быть лирическим певцом. Я хочу стать депутатом. Ты хочешь власть? Я хочу власть. Нет! Я хочу быть футболистом. Держи стул и иди пи***й людей. Стой! Опан, Гангнам Стайл! Мама, не хочу! Давай. Мам, может не пойдем, а? Ты хочешь пойти в бассейн? Да. Но нам надо пойти в поликлинику сдать анализы. Мы забыли мочу. Так, ну что там, сына? Не получается! Пись. Сынок, ну не ссы, у тебя все получится! Так ссать или не ссать? Да ссы ты, ёб твою мать! Мама, я не хочу! Пись, сука, там до 8 принимают! Ну как? Нет! Дай сюда банку. Так, складываешь аккуратно и не наклоняй. Сейчас еще медицинская карта, так. Имя, 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 имя,
Когда будем подавать документы? Ну, ты знаешь, я очень... Так, заткнись. Банковское дело. Всегда в тепле и деньги рядом. Юридический. Я буду воровать, ты будешь отмазывать. Пластический хирург. Андрюш, ну а сам-то ты о чем мечтаешь? Ну, я бы вообще очень хотел... Не... Моя мечта... Танцы! Ты идиот! Ну мне потанцевать нельзя! Ты идиот! Мне потанцевать нельзя! Ты идиот! Мне потанцевать нельзя! Идиот! Мама, just kill the man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Мама, life is just begun. But no. Прекратишь ты или нет, урод, заниматься? Иди работать! Мам! А давай поиграем? Во что? В дочке матери. Я буду папой, а ты мамой. Ну давай. Еще раз меня тронешь, я пойду и сниму помои! Чё ты сказала? Чё ты мне сказала? Я тебя с тобой устрою! А теперь давай поиграем в магазин. Давай. Здравствуйте, я его не могу... Женщина, вы что не видите? Я кассу считаю. А теперь давай в больницу. Здравствуйте. Женщина, вы видите? Я на обеде. А теперь отделение почты. Мои... Женщина! Я придумал. Ты будешь Хабибом, а я Макгрегором. Нет, давай поиграем в футбол. Мусора, 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 соса. Мама, я придумал, ты нет, будешь... стоп. Давай поиграем в мою игру. Я буду государственная граница, а ты будешь пограничник. Андрюша, а можно я с девочками в кино пойду? Ты в комнате убралась? Да. Посуду помыла? Да. Не пойдешь. Ну почему, блин? Потому что я так сказал. Блин, он всем пускай говорит, но я не пускаю. Больше поплачешь, меньше пописаешь. Куда попи***? Дела. Я на родительское собрание. Ты себя вообще в зеркало видела? Как ты оделась? Как шлюха? А ты шлюха? Я не шлюха. Громче! Я не шлюха. Катина, что ты меня позоришь? Вареник свой прошу, не хватит. Ну я пошла. Шапку надень. Ну у меня прическа. Ты что, менингит хочешь себе заработать? Менингит, между прочим, это инфекционное заболевание. Так поумничай мне еще тут. Шапку надела, быстро. Андрюш, можно я дом 2 посмотрю? Ты время видела? Ну, спать. День, наоборот, закончился? Да. Тебе пи***. Как ты меня назвал, шлюха? А! Так, сынок, я наняла тебе репетитора. Ну нет, только не физика. Это репетитор по вокалу. Андрюша, самое главное в вокале – это дыхание. Чувствуешь хорошо? А, чувствую. Да. Резонаторы. Да, да, да. Ты какой-то зажат. Да? Давай тебя растрясем по системе Стрельниковой, да? Давайте. Что у вас тут происходит? За что я тебе деньги плачу? Ты мне ребенка совращала. Мы с Андрюшей приготовили вам песню. Я птицу счастья свою отпускаю на ю. Супер? Деньги верни. Run. Все, мам, я пошел. Так ты куда? Мам, ну я с друзьями буду отмечать. Правильно. Тебе друзья дороже, чем семья. Иди. Мам, ну с вами скучно. Вот я тебе клянусь, что в этот раз будет весело. Зимой и летом одним цветом. Карис. Ну давайте хотя бы хлопушку взорвем. Не надо, у Клавки мочевой слабый. Хотя бы бенгальский огонь зажжем. Качавка! Дед сварщиком 40 лет проработал. Если зайчика поймают, все, всем пизд. А давайте в эстафеты. Два? Развивает мозги, давайте. Дед, смотри, какая елочка. Нравится ли тебе елочка? Да какая, блядь, елочка у деда 10 тысяч пенсия? Последний хуй с солью долетает. Нравится тебе елочка? Нравится тебе? Наступающим, мама, я тебя... Тихо-тихо, пойду, заткнулись все. Президент под елью. Ведь то, что ждет нас впереди, зависит от того, что уже сделано.